Новый дом культуры распахнул свои двери в селе Верхняя Бреевка Чугуевского округа. Большой праздник в честь долгожданного события собрал не только местных жителей, но и гостей из ближайших сел. Символическую красную ленточку торжественно перерезали представители администрации Чугуевского округа и главный консультант Министерства культуры и архивного дела Приморского края Наталья Рыкунова. Столько было людей задействовано для того, чтобы этот клуб появился у нас. И сегодня, наконец-то, мы его открываем, и он будет работать. Но мне хочется поздравить вас и пожелать, чтобы этот объект был той точкой притяжения, где вы будете все вместе принимать какие-то решения, либо реализовывать свои творческие идеи. Старый клуб сгорел во время пожара в 2017 году. На строительство и оснащение нового объекта из федерального и краевого бюджета было потрачено 96 миллионов рублей. В клубе расположились просторное фойе, библиотека, административные помещения, зрительный зал на 100 мест с комфортными креслами, оборудованный современной световой и звуковой аппаратурой. Теперь мы будем налаживать новые коллективы. Будут к нам, надеюсь, ходить и гармонисты, и певуни, и танцоры. Параллельно у нас еще будут кружки вестись. Поэтому будем работать, завлекать население в клуб. Так, после открытия Дома культуры у местных жителей появится место для проведения патриотических культурно-массовых мероприятий, встреч с представителями власти, депутатами, общественными деятелями. Анна Дьякова, новости на Восьмом.